вы же вернулись из России, отказались от российского гражданства. Да. Почему? Ну, потому что меня хотели лишить украинского. Почему? Ну, потому что я где-то пересекался в каких-то бизнес-интересах. А кто вас хотел лишить украинского гражданства? Ну, по законам России же можно два гражданства иметь, насколько я знаю. Да, Украины нельзя. Я просто выбрал украинское. Поэтому я должен был в течение 2 лет отказаться от российского. То есть у меня первое гражданство украинское, но мне его трактовали как второе. Я родился и вырос на Украине. Я никогда не сдавал свой паспорт украинский. Просто он у меня был советский, я его не менял на украинский. А когда я его получил, то сразу мне стали говорить, что у меня его сейчас заберут. Стали меня пугать там. И здесь, в Украине, да? Президента, да. Это чья администрация у вас? Президент Петра Алексеевича. Петра Алексеевича. Да. Они стали, да, и практически я им так очень благодарен, если честно. Они заставили меня сдать российский паспорт. Тут, знаете, нет худа без добра, да? Всегда. Так да, все же не делается к лучшему. Меня ввели в санкции. Я не знаю, что я им сделал русским, да. Они меня ввели в санкции за что-то. Наряду там с министрами, там, я не знаю, с какими. Как будто я чиновник или я участвую в какой-то там... Где-то я им врежу в чем-то, да. То есть я вот тоже подозреваю, что это вот тоже сделано совместно с украинскими, по каким-то украинским политикам, совместно с администрацией президента. У них сошлись интересы просто. Я им там мешал где-то в каких-то бизнесах, наверное, которые они хотели забрать или еще что-то сделать. А с кем у вас? Вы же, судя по всему, и вот я читала ваши, ну, ряд ваших интервью, которых немного, и я вам очень благодарна, что вы сегодня пришли. Вы же человек, ну, такой, хоть и ну, не очень публичный, нет. Вы коммуникационный гений, я бы сказала. Вы со всеми пытаетесь сохранить хорошие отношения, вам это удается, на самом деле. Вот. Поэтому я не представляю себе, с кем, по какому поводу вы могли войти в терки. Ну, с теми людьми, с которыми я вошел в терки, как вы говорите, да. Я с ними сейчас в хороших отношениях. Угу. Даже до момента, пока не их... назовете. Пока их уволили, да. Пока их сняли с работы. Я с ними тоже... Мы разобрались там, да. Ну, был такой, как бы, сюжет. Они мне все объяснили, что, почему. Мы выяснили отношения и эту тему закрыли. Но сегодня это наоборот... Как часто вам приходилось ездить в администрацию президента Петра Алексеевича до того, как вы все-таки выяснили отношения? Я вообще там был, может быть, 2 раза в жизни, может, 3 раза. Я неправильно поняла. Речь шла не об этих людях. Об этих. Об окружении Петра Алексеевича. Я ездил, выяснял, да, отношения с одним человеком. Да. Угу. Мы выяснили отношения у нас. На букву К? А кто это К? Нет. Нет? Нет. Нет. На какую букву? На букву Р. Ага. Понятно.